Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ну что, давай посмотрим задание, которое у нас сегодня. Так, разыграйте 3 ореха. Выиграйте игру взрывоцветным растением-героем. И нанесите 300 единиц урона героям. Так, ну урон я уже начал потихоньку наносить. А вот взрывоцветной... Это, наверное, бабах у нас будет, взрывоцветной. Хе-хе-хе, бабах на орехах. Можно, в принципе, попробовать сыграть. Задание дня, сюрприз. Ну-ка посмотрим, что тут у нас. У Цитрона практически нет шансов в игре против стратегической колоды ржавого разряда проклятия фараонов и учителя зомбологии. Так, а я за кого буду? За Цитрона? Ага. Это у нас, оказывается, нет шансов, да? Ну и чё? Давай так сделаем, наверное. Ага, нам автоматически дали. А он сейчас ее уничтожит. Не? Бэм! Бэм! Нормально. Училка зомбологии рулит. Ага. А я же могу, в принципе, ребят, да? Конечно, могу. Кто нам тут? Слушай, ну замечательно, поехали. Ать, сейчас у него... Но он не тратит. Стоит ли мне этого ставить? Я думаю, что нет. Потерпим. Только не две. Да что за лаги? Это за... Я чувствую, что лагает игра. Кого он там... О-о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 ! Ну ты красавчик. Так. Или уничтожим... Не, давай, наверное, так сделаем. Вытянем заодно карту еще. Поехали. Так, что ты мне тут достанешь, поваренок? По-моему, действительно, у Цитрона нет шансов, ребят. Пропустим. Так. И так. Но мне все-таки, наверное, учитель зомбологии важнее. Так, ну что, пора, наверное, да? На тебе. Ну кто бы сомневался-то. Вопрос в другом, что у него опять защита сработает. Поставим так. Давай-давай, понижай атаку. Интересно посмотреть, что он сейчас тут придумает. Да ничего. Действительно, у Цитрона здесь не было шансов. Вообще ноль. Так, ну что, теперь нам нужно разыграть 3 ореха плюс взрывным растением нужно выиграть. То есть единственное, что мне сейчас в голову приходит, это почему-то именно бабах. Так, посмотрим. У бабаха орехи есть. Есть орехи. Ну давай попробуем. Как раз тут у нас получится и разыграть орехи вроде бы, да? Единственное, что я не уверен насчет выигрыша. Не так все просто. Но попытаться можно. Так, это мы будем против ржавого разряда, да? 49 уровня.
Ну, сам понимаешь, да? Пока тут слишком все. Ой. Что-то, ну, как-то вообще. У него 100% есть валун. Не буду я ничего делать здесь. Ну, давай поставим сюда. Фиг с ним. Есть валун, пускай тратит. Орех. Кто у него там? Блин. Будет сейчас набирать карты, друзья. Что ж поделаешь. Вот ты как даже, да? Да, это очень-очень, ребята, интересно. Даже не знаю, что тут и сделать. Прокачивать, да, свою училку. Так, а, ну вирусы, понятно, ребят. Все через вирусы пошло. Блин, зря мы ее, конечно, я оттуда... сдвинули. Так, нам дожить бы до кукурузы. Ну, я что-то сомневаюсь, что у нас. Я не знаю, что у него там, друзья. Просто не знаю. Давай так сделаем. Ну, естественно, начинает разыгрывать. О, еще вытворяет. Еще вытягивай мне трех карт. Ты серьезно, блин? Эх, картошечка. Не было у тебя могилоеда, надо было как-то, я не знаю. Знает, как тут лучше, ребят. У него флакончик наверняка должен быть. Да он еще один сейчас вирус сделает и все. Вот, это бесполезно здесь. Видишь, у него и флакончик есть. Все есть у него. Если бы у меня изначально бы этот удар был бы. Я, конечно, чисто с понтом, ребята, повозюсь здесь. Не буду проигрывать. Просто из... чисто из принципа доиграю. Я, конечно, понимаю, что это бесполезняк все, но тем не менее. Да. И вопрос был только лишь в одной вот этой вот училке зомбологии. Если бы ее уничтожили бы, не смог бы он так буститься быстро. Разыграть, блин, надо было все-таки орех разыграть. Подожди, подожди, а у тебя вообще есть могилоеды-то? Ты серьезно? Зачем тебе вот это вот? Парень, объясни мне. Вот это дофиг... Что-то понятно. Тут, короче, ребята, у нас...
слишком много всякой ерунды. Вот это вот надо было ландшафт взять. И ни одного могилоеда нету, оказывается. А у него вообще есть могилоеды? Есть. Вот надо было брать две штуки. Я тебе скажу еще один прикол. Сейчас ты будешь брать могилоедов, и как назло, он не будет брать зомби с надгробиями. Это вот парадокс. Опять ржавый разряд. Ну и вот что тут делать? Ход зомби. Ход бабаха. Ну это мы поменяем ландшафт. Это, в принципе, сейчас пока ничего страшного нету. Угу. Ты опять за свою, а? Так, ну что, бабах по нему плачет, ребят. То есть не бабах, а этот. Бомбочка моя. Сейчас посмотрим. Так. А мы сделаем вот так. Сейчас вирус свой будет клепать. Угу. И чё? А, ну понятно, так урон сможет типа нанести, да? Защита сработает? Сработает. Так, ребята, у него одна карта осталась. Ну что, теперь наше время, да? Развлекаться. Конечно, прокачивай, конечно. Так, дальше что? Дальше мы поставим ягоду. А дальше мы поставим ягоду. А, у него шаманство. Училки-то нету. Не применить заклинание. Как? Может применить, конечно. Ну что залагало-то твою налево, блин? Слушай, он уже... Офигеть, ребята, уже окупил все карты, что у него были. Ну, давай, давай, набирай. Допустим. Так, вытягивает опять там карту. Так, нам дожить вот до этого. Ну, сейчас будем смотреть. Кто ты ее выкопал-то, а? Ну, заклинаний-то у него должно хватать. Так, добор, понятное дело. Ну и все, по ходу дела. Как меня эти лаги бесят, ну ё-моё, ребят, ну... Так, выкопал, да?
чудилу этого. Опа, опа, опа. Да ладно, ты серьезно? Так, 6 в лицо. Ну, короче, все тут проиграл я. Че за лаги бесевые? Прям не могу, ребят, выбили меня из колеи. Бабах, ты будешь сегодня выигрывать у меня или нет? Блин, как раз, когда вот нужен был этот грипп, его никогда нету, блин. Грипп этот апокалипсиса. Выиграйте. Выиграй, попробуем выиграть. Не, я не успокоюсь, ребят, пока не выиграю. Может быть, конечно, если сейчас не получится, можно будет пересмотреть колоду какую-нибудь другую. Например, на, там, на растениях, на цветочках. Ну вы вот сейчас вот... Вы просто издеваетесь надо мной. Ну вы мне не даете шанса даже вообще тут сыграть. Ну что вы мне дали здесь? 6-й, 9-й, 4-й, блин. Это вообще беспонтовые сейчас. Они мины, которые у меня есть, они дают мне в конце, когда, извини меня, уже игра по полной программе, там уже 6, 7, 8 идут, да, противники. Они дают мне мину, которая наносит 3 урона, блин. Ладно, думаю, что 34-й ранг. Да хотя, фиг 34-й ранг. Ну что это, блин? Пузырь они мне дали. Хотя бы солнечный удар был бы, да? Или еще пузырь. На, говорите, Рэй, пузырек, побалуйся, блин. Покатай воздух, ё-моё. Ландшафт дали. Ну что, ландшафт, ландшафт. Я надеюсь, кого-нибудь сейчас поставить здесь. Я не знаю, на чем этот гаргантюа играет. Мне кажется, на этих. Ой, разгром. Мне кажется, он работает, играет на гаргантюахах. Так, ну как раз сюда мы поставим с тобой шипастую жайку. Это очень же... Кстати, неужели на спринной колоде? А значит, у него должен быть мыист, плавчиха, ну и так далее. Мне бы как-то крахма поставить. Вот мы крахмал с тобой сейчас и поставим. Да, ребят, у него чисто спортивная колода. И пузырь нам как раз этот пригодится. Там у него сумоист. Там у него сумоист, но он, наверное, может... Давай так поставим. Я же говорю, сумоист у него там. Так вот решил, да? Ну, он под гранату, чувачок, метит. Под гранату, блин. Три и... Так, орех, орех. Есть у нас.
я надеюсь, у тебя нет там флакона. Опа, рикошет. Еще один под гранату, ребята, созрел. Он сейчас выставит? А, он его не выставит. Давай, выставляй его. Опять, ребят, такая ситуация дебильная. Ну, нечего прям поставить, а? Че, единственное, что я могу, вот сейчас, если поставить кого-нибудь, да, бомбануть. Надеяться, что защита сработает. На воду поставил. Давай сюда. Теперь сиди, думай, кого сюда поставить. Этого. Или вот этого. Давай еще одного. Там уже будет немножко попроще, наверное. Если он, конечно, сюда кому-то не поставит. Рикошет. Серьезно? Это плохо. За каждое растение, да? И зомби. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Плюс еще одна. Семь. Это восемь брони. Он еще поставил, смотри, куда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, мы успеем хинуться здесь. Поехали. Четыре шесть, это 10, да, урона получается. Бамс, бамс, бамс. Сколько он наносит? 6 единиц урона. Блин, вы серьезно? Он спортсмен, что ли? Нет. Вот это мне не нравится. Блин, ну что, опять фейт, что ли? Опять, ребята, фейл, да, получается? Мне тут никак не выкрутится. Побьет. Да, бабах, надо что-то исправлять. Ни зеркальных орехов, никого я здесь не вижу вообще. Так, давай создадим колоду. Подожди-ка, мы, кстати, с тобой вроде бы сделали это задание на орех-то, или нет? А, нам нужно нести взрывным. Давай, поехали. Будем сейчас создавать.
Пим-пим. Так, так. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Берем крокодила. Берем этого. Допустим. Так, вот это, наверное, тоже можно было бы, в принципе, взять. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Так, что еще? Могилоеды, да? А, могилоеды я взял. Нет, не взял. Раз, два, три. И нужно еще что-нибудь такое атакующее. Типа вот банана. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Попробуем. Ну что, поехали. Так, теперь нам выдают танцора. Только стоило поменять немножко нам колоду, нам выдают танцора, да? Который обходит мою колоду. Допустим, пока так сделаем. Блин, горелый. Ну и что это было? Такой настроился уже, думал, сейчас будем тут бомбить. Бомбим. Блин, вот эти вот глюки, ребята. Так, 985, слушай, мы такими темпами, скорее всего, сейчас. Нам сутка, да? Нам нужно 311 урона нанести, чтобы получить 100 гемов. Блин, это плохо, у этого есть ядовитое дыхание. Ядовитое дыхание. Интересно. Не спешит парень, да? Явно что-то задумал. Что же ты задумал, а? Что ты задумал, супермозг? Дополнительную энергию. Эть, карточку хоп в закрома. Захватил. Это было глупо. А слушай, а у нас, кстати, мы ландшафты не взяли с тобой ни одного. Вот что я сейчас подумал-то, ландшафтик-то мы не взяли. Так, я так понимаю, ты хочешь использовать этот? Молодец. Еще что-то придумывает. Бонусную атаку, что ли, не? Слушай, ну мы можем сделать вот так вот. Какая нам, в принципе, разница, да? Слушай, я не погорячился ли, а? Он же может сейчас убрать его куда-нибудь. У него же есть, как это называется-то? Блин, вон у него что есть. Да-да-да-да-да, вот про это я и говорил, ребят. Надо было его сразу бомбашить.
Не знаю, что он, что у него там на уме. Зомби-астронавта. Ауч. Ауч. Ну, пока вот так могу придумать только. Рикошетит. Кровожадность. Слушай, 2 единицы бонус на атаку. Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? По-моему, все, ребят, доигрался парень. Ставим сюда. И ставим вот сюда. Ну, дальше пускай там шаманит, что хочет делает. Я сомневаюсь, что это ему что-то тут поможет. Заклинашки какие-нибудь. Да хоть ты завытягивайся, там хоть 30 карт завытягивайся, тебе уже все равно кирдык. Нюк-дюк. О, молодец, давай. Все? Ну, можешь еще там что-нибудь сделать. Ну, кровожадность. Хорошо, сделал кровожадность. Все? Ой, ты не смеши ты меня, господи, ты. Чучело ты. Просто насмешил, ребят. Ну что, взрывное это растение или не взрывное? Сейчас посмотрим. Блин. А, мы выиграли в тот раз, когда сдался у нас этот. Когда танцор сдался, ребят, мы выиграли. Все, я понял. Думаю, блин, тогда можно было не обязательно это задание. 129 урона нанесли. Ну что, теперь за кого будем играть? Заморозка. Нет, давай сыграем с тобой за этого малыша. Что у нас тут вообще? Интересно. Интересно. Попробуем. Так, не знаю. Ну ладно, давай рискнем. Попробуем запинать. Против бесенка обычно выступает пенек. Вот, вот. Хотел только про нее сказать. Вот она, ребята, самый злейший мой противник. Даже не так страшна роза, как именно бета-каротин. Вот она просто вымораживает по полной программе. Как всегда, будет сейчас на своих этих, наверное, да? На бобовых, на ореховых. Сейчас на воду поставит. А, видишь, амфибию выбивает. Ну что ж, раз она выбивает амфибию, значит, мы будем ставить тоже на воду. Так, ну он может амфибию не обязательно туда поставить, может ее на сушу. Опа. Кукуруза. Ой, блин, да почему я называю кукурузой? А мне поставить некого?
Нет, есть. Как-то прикрываться будет наверняка. У него уже есть морковь, которую можно сдвинуть. В общем, он такой противный, этот бета-каротин, если честно. Так, мы можем на следующем ходу поставить нашего попрыгунчика. Да бору у нее, блин, не кислые, я скажу тебе, у этой каротинки. Какой там, 43-й ранг, в принципе, шарит. О, все, я, кажется, понял, чего нам ожидать на следующем ходу. Он будет сейчас выставлять каких-то мелких, я не знаю, там, кукурузу, возможно, да, скорее всего, кукурузу будет выставлять, прокачивать ее. Да-да-да, так и будет. Сейчас начнет заклепывать здесь. Да ёк. Ну видишь, ну даже с ореха, допустим, начал он. Где мой, блин, этот зомби в бочке? Угу. Даже не мечтай об этом. Давай поставим, так уж и быть. Сейчас же сработает, блин, защита. Он сейчас возьмет этот... Шаманство трех карт. И не сколько там, двух карт. А у меня, смотри, у меня одни ландшафты. Красавчики мы. Одни ландшафты, бочки. Играй как хочешь. А, явился. Блин, была возможность поставить вот эти. Теперь ее нету, этой возможности. Единственное, что я могу сделать, это сейчас бомбашить их налево и направо всех ракетами. И поставить, наверное, прочерк. Делать так и вот так, что ли, получается? Попробуем. Пробьет, интересно? Фиг там он пробьет. Хотя, сейчас он может еще, он же в два раза бьет. Так что, все, ему крышка, ребят. Вторая атака пошла. Вторая атака пошла. Ну, допустим. Блин. Что-то как-то мало, 149 всего лишь урон-то нанесли. Видишь, ему нечего было поставить. Это, наверное, просто нам, ребята, на руку сыграло. Он не захотел терять. А своих последних, там, я не знаю, призывных карт. У него, видимо, одни эти заклинашки были, скорее всего. А вот этот, да, этот жук, ребята, еще тот. Это же зеленая тень. Грибы, бобовые, это все по ее части. Видишь, как начинает.
Видишь, как лихо начинает. Что я могу здесь сделать? Интересно, у него банан есть или нет? Сейчас так будет меня терроризировать, да? Проверим. Твою дивизию, а. Не, не будем, наверное, пока. Или будем? Не будем. Задергался, как паралитик. Но этого выкидывать надо однозначно. Сейчас будем выкидывать его. Да. Или все-таки его. Так, сейчас посмотрим. Кого нам выкидывать? Этого, наверное. Все-таки. Ох, сейчас 5 в лицо-то прилетит. Сейчас посмотрим, что он тут сделает. А с огурцом надо хитрить теперь, друзья. Если он собирается сюда поставить огурец, а он его наверняка собирается поставить, мы сделаем. А если у него рикошет есть? Давай попробуем. Вдруг он испугается и не будет рикошет ставить. Вдруг он подумает, что у меня здесь попрыгун. Но... Давай сюда поставим. Не очень, не очень, ребята. Опять у него сработает защита. Вот меня вот это раздражает. Не надо пока мне здесь ничего. И у него срабатывает. Сейчас Петифан в лицо. Как тут лучше сделать? Поставить этого? Так я ж тебя тоже заморожу, гадина, что я такой. Я же тебя тоже заморожу. Поехали. Интересно. Лишь бы бонусной атаки не было. Ну понятно, просвечивает. Хорошо, что он не знает, что у меня есть заморозка, да, ребята? Это очень хорошо, что он не знает, что у меня есть заморозка. Поехали. Вот это, конечно, противная мерзость. Так, на следующем ходу ему кранты, да, получается? Отличная карта, ребята, выпала. Опять со своими огурцами здесь, а? Ха-ха. Так, ребят, ну что сделаем-то?
Наносит 3 единицы урона, да? Пробьем, интересно, мне вот... Или не пробьем? Есть. Я просто подумал, мало ли у него там защита сейчас сработает, как это обычно у меня делается. Защита срабатывает у него и все. Блин, мы так будем до посинения. Ладно, ребят, давайте иногда на сегодня мы будем заканчивать. Потому что, блин, это еще 150 урона. Офигеть. Наносить. Но обязательно увидимся уже в следующей серии. Я больше уверен, у нас уже будет 1000 самоцветов. Ранг уже, наверное, будет 50-й. Ну, как говорится, и будем пожинать лавры. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.